О, Мундул, старичок. Да, здорово. Самоизолировался. Да, видишь как, хоромы у меня какие. Да, хоромы серьезные. Крыльцо только что-то слегка обвалилось. Ну, блин, бывает. Нормально у тебя самоизоляция проходит? Вообще отлично. Водочку. Вот, видишь, сачок у меня есть, что, коронавирус не пройдет. Да в такую-то ячейку, конечно. Ну, блин, да. Такую-то ячейку. Вот игрушечки у меня тут, я вечерком так засяду, поиграю. Детство вспомню, да, хорошо. Вообще отлично. Ну, а самогоночку пьете здесь? Ну, самогоночку, блин, далеко идти. Неохота, можете заразиться, да? Да, да, да. То я тут, видишь как, нет никого вокруг. Сидишь тут. А то у нас куда-то переец. Да я сюда шел вон от трассы, блин, 4 километра, уже ноги отваливаются, блин. Ну вот, видишь, как я далеко забрался. А что ты ешь-то тут хоть? Что жрёте хоть? О, крапива, видишь. Здесь. Ты один тут вообще, а где Дон Грачёза? Грач? Не знаю. Я ему звонил, он не отвечал. Я ему хотел предложить сюда поехать. Ага. Грачёза, наверное, где-то тоже самоизолировался, блин. Скорее всего. Вы хоть предупреждайте, что вы сваливаете, блин, а то народ начинает волноваться, блин. У тебя вон тут какие-то шишечки. Шишечки, да. Шишечки вот какие-то. Шишечки. Это экспериментально. Держи. Экспериментальные шишечки. Шишечки уверенно лежат. Хорошие шишки? Вообще вещь. Нормальная. Управляет нереально. И сколько вот этот карантин продлится у тебя? Меня? Ну, я не знаю, блин. Тут же можно просидеть вообще, как здесь же... Ау, тут никого нет. А как кто знает, что карантин закончился? Ну, как одичаю, так кто узнает, что он кончился. Прическа вон у тебя какая тут модная. По деревенской моде, да? Прям как доширак какой. Ну ладно, что ты хочешь передать нашим подписчикам? Подписчики? По поводу самоизоляции. Самоизоляции. Пусть... Ну вот, изолируйтесь, типа, в таких местах, блин, ближе к природе. И все, никакой коронавирус вас не возьмет.